кладем руку его в район пупка и начинаем резкими движениями давить снизу вверх. Это сегодня вожатые отрабатывают действия по спасению людей с юмором. Однако в реальной ситуации многие испытывают сильный психологический стресс, отчего порой люди теряются в панике и все свои теоретические знания напрочь забывают, отмечают спасатели с большим опытом. Естественно, таких знаний у них не хватает, недостаточно. Потому что даже вот по сегодняшнему занятию вы тоже могли, были свидетелями, что они, для них это многое вновь было. Они что-то слышали, но как реально на практике реализовать эти знания, у них, к сожалению, таких знаний не хватает. Поэтому надо регулярно, постоянно такие занятия проводить. Мастер-класс сегодня для татарстанских вожатых провел Булат Бекчурин. На протяжении 9 лет он в силу своей профессии постоянно спасает жизни людей. И не первый год делится своим опытом с другими. Сегодня показал, как из подручных средств и одежды можно грамотно оказать первую помощь в походе. Владлена, я умираю, Владлена! Егор Васильев приехал на мастер-класс из Спасского района республики. Студент впервые в этом году станет вожатым в болгарском летнем лагере. И не понаслышке знает, насколько важны навыки по спасению людей. Несколько лет назад, отдыхая в лагере, чуть не утонул его друг. Если бы не опытный вожатый, трагедии было бы не избежать. Он начал тонуть. И вожатый бросился за ним, вытащил его. И как раз-таки вот сегодня на мастер-классе показывали этот прием, как его реанимировали. И довольно-таки мне очень приятно то, что нашу молодежь осведомляют в этом плане. Такие занятия для вожатых проходят ежегодно и по несколько раз, потому что эти студенты работают с детьми и во время сезонных каникул в пришкольных лагерях и центрах досуга. Эльмира Гляхметова, Максим Зуйков, Эфир 24.